Жители столицы остались недовольными ценами на сельхозярмарке, которую в эти выходные проводят производители Кызылординской области. По словам горожан, стоимость продуктов питания такая же, как и на местных прилавках. Данара Жуманова сравнила цены. Здесь молоко стоит 235 тенге. Дорого. Цена на мясо высокая. Конина стоит 1600 тенге. В прошлый раз продавали по 1500. Тогда хоть и выбор был. А здесь все мясо старое, желтое. Говядина 1350 тенге. Одни кости. Не такие цены ожидали увидеть жители столицы. Как правило, сельскохозяйственные ярмарки привлекают астанчан не только своим разнообразием, но и демократичной стоимостью продуктов. На жалобы астанчан руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области отвечает: назвать привезенные товары дорогими нельзя. А если где-то и есть завышение, то претензии не к ним. Цены были согласованы с акиматом Астаны. Я считаю, что мы недорого продаем. Если огурцы по 250, а по 200 тенге, а помидоры по 350 тенге, когда в Астане помидоры стоят 500 тенге, это разве дорого? Цены, которые мы согласовали с акиматом города Астаны, в этих пределах мы продаем. То ли случайно, то ли возмущение горожан возымели действие, но спустя время продавцы начали менять ценники. Сезонное повышение цен на сельхозпродукцию уже как константа, говорят в Министерстве сельского хозяйства. Осенью, когда идет уборка и забой скота, цена понижается. С декабря по май-июнь стоимость увеличивается. Влияют на ценовую политику и другие факторы. В этом три причины. Одна вот это вот сезонный рост цен. Вторая причина связана с тем, что в связи с повышением курса тенге в отношении рубля, соответственно, увеличился вывоз мяса из северных областей в Российскую Федерацию. Но это тоже, в принципе, в рыночных условиях нормальное явление. Буквально год-два тому назад, мы помним, в 2014-2015 году, как наши граждане выезжали в Российскую Федерацию, вывозили оттуда и непродовольственные товары, и продовольственные товары, и машины покупали там, мы сами прекрасно это помним. Сейчас ситуация в обратную сторону. И третья причина, я бы назвал бы, ну, скажем так, спекулятивное ожидание в связи с получением Казахстаном статуса страны, свободной от ящера. Дорого или не очень, астанчане по-прежнему спешат на ярмарку в надежде, что цены будут отличаться от привычных в супермаркетах. В свою очередь, в Министерстве сельского хозяйства отметили, ведомство старается контролировать ценовую политику в регионах. Насколько успешно, покажет следующая сельхозярмарка. Данара Жуманова, Ерзат Заитхан, Хабар 24, Астана.